Всем привет! Наконец-то купил себе машину. Сегодня вам все покажу. Обязательно досмотрите это видео до конца, будет очень интересно. Погнали! Итак, вот она. Смотрите, какая красавица, какие формы. Casita Advantech 75. Вот это и называю машина. Итак, что она умеет? Проверяет купюры на подлинность, разгоняется до 1800 банкнот за одну минуту. Это значит, что миллион долларов мы с вами сможем посчитать за 6 минут. Также есть встроенная система детекции, которая позволяет идентифицировать подозрительные купюры по размеру и толщине. Ну что, давайте прокатимся. Здесь 2 миллиона рублей с Олимпа, немного больше, 2,7 миллиона рублей, 40 тысяч долларов. Блин, деньги не помещаются в руку. Желаю всем, чтобы у вас деньги не помещались в руку и в карман тоже. Итак, заряжаем. Понятное дело, прокатимся на максимальной скорости. Отлично, погнали. Вот это звук, как она орет. Четыре пачечки по 10 тысяч долларов. Вот это котлетки. Вот это и называю мотивация. Итак, сегодня будет последнее видео на этом аккаунте. Я сегодня буду прощаться с этим аккаунтом. Видим, на счету у меня осталось 76 копеек. И сейчас я буду заключать последнюю сделку на этом аккаунте. Видим, когда на вашем счету меньше 30 рублей, вы сможете заключать вот такие вот сделки. Итак, не буду затягивать. Последняя сделка у меня заходит в минус. Люди еще очень часто спрашивают, почему у меня не выскакивает уведомление, когда завершается сделка. Я записываю видео на Маке, там другое расширение. Если бы я вставлял весь экран, по бокам были бы черные полоски. Я выкладываю видео в HD в 1920 на 1080. Поэтому нижняя часть экрана не попадает. Итак, сейчас я вам покажу историю своих сделок. Все эти сделки у меня есть в видео. Мне очень часто задают вопросы. Можно ли доверять другим трейдерам? Вот подписчики видят стратегию других трейдеров и спрашивают меня. Как ты думаешь, Тарас, эта стратегия работает или нет? Я вам скажу одно. Пусть покажут историю своих сделок. Пусть промотают историю за месяц, за два. Вот только тогда вы сможете им доверять. Если они проводят стримы, пусть на стримах покажут свою историю, пусть покажут свои операции, как они пополняют, как они выводят. Почему-то никто это не показывает. Любой трейдер может записать удачное видео, сделать 3 плюса подряд, выложить это видео, сказать, вот, смотрите, 100% стратегия, и потом люди ему верят. А на следующий день он сольет эти деньги, он этого не покажет, он это видео не выложит, историю он свою, конечно же, не покажет, потом опять пополнит счет и опять сделает успешную серию. К чему я это все сейчас веду? Потому что меня многие трейдеры критикуют и говорят, вот, смотрите, у Тараса вообще нет стратегии, он торгует как попало, разве это торговля? Вот у нас там объемы, Фибоначчи, смотрите, какой у нас крутой технический анализ. У меня есть результат. Я вам показываю результат. Смотрите, я зарабатываю. Я не знаю, или они зарабатывают. У меня есть история сделок, у меня есть операции. И это действительно работает. Я не знаю, я могу каждому вот сесть и показать, как это работает. Я могу каждого встретить на улице и показать. Вот, смотри, я зарабатываю, вот, смотри, я вывожу. Сложность, враг реализации. Я даже на своих встречах показываю аккаунт подписчикам, захожу в аккаунт с телефона, показываю историю сделок, показываю операции. Один подписчик даже фотографировал мою историю сделок на свой телефон. Я не знаю, для чего он это сделал. Может, хотел там провести какую-то статистику, узнать, не знаю, в какое время я торгую. Но, что я скажу, молодец. Главное в трейдинге результат. Я могу сесть и показать любому гуру с Ютуба, который кричит, что это все развод, что он самый умный, он уже в трейдинге 10 лет. Так какого ты хрена не зарабатываешь деньги, если ты такой умный? У меня есть результат. Итак, переходим к операциям. Сейчас вы видите пополнение. Все эти пополнения есть в моих видео. Это мой первый путь к миллиону и второй путь к 2 миллионам. Я уже это видео записал, этот аккаунт уже заблокирован, и сейчас его просто для вас комментирую. Итак, переходим к выводу денег. Смотрим, вывел я свои 2 миллиона, получается, за 3 дня, получается, за 2 дня.
понедельник, вторник, среда. Вывод за сутки. Но первую заявку они мне отменили и написали, что мне нужно пройти дополнительную проверку. Ничего от меня не потребовали и потом написали, что я могу выводить деньги. Сейчас максимально за раз вы сможете вывести 1 миллион. Раньше не было лимитов, то есть по сути с Олимпа вы в месяц сможете заработать только 30 миллионов рублей. Итак, больше я к этому возвращаться не буду. Все эти видео у меня есть на моем канале с выводом денег. Люди спрашивали, почему я заблокировал свой аккаунт. Я об этом не сказал. Во-первых, я буду тестировать новую психологическую стратегию. Там будет все совершенно по-другому. Во-вторых, люди просили показать, как проходить верификацию и как завести VIP-счет. И в следующем видео я это уже все вам покажу. Я уже верификацию прошел и покажу вам, как я пополняю счет. Это все будет в следующем видео. Так что прощаемся мы с этим аккаунтом. Огромное спасибо всем за поддержку, за просмотр. Добро пожаловать в мою бесплатную закрытую группу по заработку. Первая ссылка в описании, там я торгую вместе с вами и даю сигналы. Вторая ссылка в описании — это статистика моих сигналов из закрытой группы. Так что подписывайтесь на канал, обязательно поставьте этому видео лайк. Всем желаю миллионов, пока!